Я закончил Томский политехнический, фотографировал в детских садиках, свадьбы, фотографировал в школах детишек и дни рождения. Мне это было интересно. И в 87 году по распределению я попал в Алтайский край. Это был Алтайхимпром, химзавод, город Яровое. И 12 лет я там отработал. Я получил хороший производственный и управленческий опыт. Карьерная лестница была от простого инженера и до коммерческого директора одного из дочерних подразделений завода бытовой химии. Тогда были времена бартера, и я поставлял химическое сырье на заводы, и они рассчитывались изолентой. И мне пришлось торговать изолентой вынужденно. Нашел инвесторов, которые профинансировали организацию промышленного производства изоленты. Полимерпласт и АТОЛ занимаются как бы в области пластика, переработки пластика и металлоизделиями. В Барнауле работало три производства изоленты. Сейчас осталась только одна компания. Тысячи тонн продукции уже сделаны и продолжает развиваться этот бизнес. Если в 2003 году на производстве изоленты работало 8 человек, то сейчас работает 45 человек. Вырос объем продаж и производства. Мы открыли и новое производство. А именно, мы производим медицинский лейкопластырь. На сегодняшний день компания «Полимерпласт» производит тысячи тонн изоленты в год на сумму, превышающую 140 миллионов рублей. 50% изоленты мы продаем в Москве. Главными покупателями нашими являются Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Беларусь и даже Украина. Компания востребована, если может продавать свою продукцию на экспорт. Сложности, которые возникли для многих предприятий, связанные с пандемией и ограничениями по коронавирусу и карантинными мероприятиями, для нашего предприятия они, скажем так, улучшили нашу конкурентоспособность. Потому что самым главным нашим конкурентом является китайская продукция, то сложности, связанные с импортом из Китая, ограничения передвижения между странами сказались лучшим способом для нашей продукции, и мы имеем на сегодня за год 15% рост производства. Для меня предпринимательство – это все-таки игра. Это азартная игра на деньги. А когда денег нету, то для меня это была именно математическая задача – решить ее, сделать поставки. Ну и, конечно, предпринимательство для меня – оно как бы все равно общение с людьми. Я в рамках бизнеса своего много путешествовал и практически на всех крупных химических предприятиях побывал здесь, в Сибири и как бы в регионе. И везде люди, везде интересные технологии. То есть для меня предпринимательство в данном случае – это интерес. Это профессиональный интерес, это общение с людьми, коммуникации. Ну, я считаю, что предприниматель без коммуникации не мыслим.